Сегодня глава Чувашии провел ряд рабочих встреч. Одна из них с директором радиостанции «Радио родных дорог» Александром Филипповым. Александр Филиппов вручил Михаилу Игнатьеву благодарственное письмо Фонда социально-культурных инициатив за подписью председателя Оргкомитета Всероссийского праздника «День семьи, любви и верности» Светланы Медведевой. В нем отмечен особый вклад республики в сохранение многовековых традиций крепких и счастливых семейных союзов. Напомним, что в этом году Чебоксары наряду с Муромом, Москвой и Санкт-Петербургом стали одной из площадок праздника. Кроме того, обсуждались вопросы реализации совместных проектов, приуроченных к столетию чувашской автономии.